Окей, как делается бизнес? Как работать с родственниками? А я когда поеду в Египет? Подписывайся, мы покажем тебе то, чего бы ты не хотел знать о бизнесе. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Ну чё, в школу? Как соскучилась вот по школе? Вот это класс! Третий этаж! Счастье полной штаны. Вроде совсем недавно было 1 сентября, как Ксюха в первый класс пошла. И вот прошло 365 дней, и Ксюха уже идет во второй класс. Так глядишь, совсем чуть-чуть, и школу закончишь. Очень интересно все устроено. В Беларуси два первых звонка. Первый звонок 31 августа, а у малышей с 1 по 3 класс у них 1 сентября. Вот наша школа. Очень крутая, кстати. Кому интересно обзор по школе посмотреть, можете посмотреть на канале, ссылочку я дам в описании. Говорят, что эту школу строили для Коли, но это брехня. Таких школ в Беларуси достаточно много. Все похожи. Есть, конечно, похуже, а есть намного лучше. Это такая средненькая, но крутая. В России я таких особо не встречал, только реально платные какие-то, навороченные. Вот, а в Беларуси есть. В нашей школе 178 детей пошло в первый класс, 8 первых классов, 8. Учитывая, что вот в этом небольшом поселке 2 школы, то есть детей реально очень много. Грустно тебе? Грустно, конечно, но весело. А что плохого? Второй класс. Школу закончат, мы мужу отдадим и сами путешествовать поедем по всему миру. Да, точняк. Приезжаю из России, да откуда угодно на самом деле, в Беларусь. В очередной раз понимаю, что все-таки для жизни это самое лучшее место на Земле. Без вариантов. Ну, по крайней мере, всех, которые я знаю. Насколько здесь чисто, насколько здесь прикольно, насколько здесь порядок. Первое сентября. Для родителей это немного грустный праздник. Знаешь, в школу пошла, еще чуть-чуть и свадьба, и вообще из дома свалит. Ну ничего, мы путешествовать поедем. Мы и так, конечно, путешествуем, но будем путешествовать вообще. Постоянно в движении. Странно, еще много надо посетить. Точняк. На байке будем путешествовать. Здрасте. Спасибо. Подписчики. Популярность, слава. Трактора, трактора. Трактора никто не покупает, блин. Новые трактора катаются. Поехал. Этим влогом мы, пожалуй, начнем новую тематику. А именно тематику, посвященную большой нашей миграции очередной. Я уже много раз рассказал, кто у меня постоянно на канале находится. Так уж сложилась жизнь, что никогда в жизни я не жил больше 3 лет на одном месте. То есть я постоянно в движении, я постоянно переезжаю. Мне это очень нравится. И когда я живу в одном месте больше 3 лет, у меня начинается тупо депрессия. При всем при этом я считаю, и я думаю, буду считать дальше, что Беларусь самая пригодная для жизни страна. Поэтому мы не совсем переезжаем. Мы едем всего лишь на полгодика. Подписывайтесь на канал, смотрите, как все это будет происходить. Я думаю, что будет реально интересно, потому что все будет спонтанно. Мы понятия не имеем, как мы поедем, через что мы поедем. Через Москву, через Питер, там, на самолете, на машине. В общем, вообще без понятия. Сами ничего не знаем, тем интереснее. Остановимся мы, скорее всего, конечный пункт у нас будет Севастополь. Это, опять же, скорее всего, может Судак, может Ялта, я тоже не знаю. Поэтому я реально могу обещать то, что интересно вам будет. А вернемся в Беларусь мы, я думаю, что
И это в мае. Ну, может, в июне. Примерно ориентировочно так. Хотя не факт, что план не изменится и что-то не поменяется. Все, друзья, следите за каналом, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, делитесь с друзьями, будет очень интересно. Большая миграция началась.